Когда ты педагог по вокалу, львиная доля времени уходит на подготовку учеников к различным конкурсам. Оттого личные выступления становятся реже и ценнее. 16 марта в Нижнем Новгороде прошел международный вокальный конкурс-фестиваль «Большая сцена». В нем участвовала преподаватель детской школы искусств Дарья Кварта. Я исполняла песню Алессандро Софино «Луна ту» на итальянском языке. Она мне давно нравится, я ее как-то уже пела. Один раз на концерте решила вспомнить. Думаю, ну, так как еще плюс она под фонограмму, это конкретно композиция, но исполняет ее оперный певец, то есть не эстрадно. Дарья Кварта с достоинством представила Саровскую школу и поразила жюри. В его составе находился выпускник Московской консерватории Чайковского, оперный певец, выступающий во многих театрах мира, Григорий Соловьев. По словам Дарьи, на сцене она всегда испытывает особый трепет. Есть всегда волнение перед тем, как выйти обязательно, даже если немного, но оно всегда есть, потому что тоже есть какая-то ответственность, а вот ты педагог, а ты сейчас там плохо споешь, а вроде тебе нельзя плохо петь. По результатам конкурса Дарья Кварта стала лауреатом первой степени, еще раз доказав, что саровские педагоги талантливы и успешны на разных уровнях. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.